Сьогоднішнього дня департаментом благоустройства інфраструктури і департаментом жилищного хозяйства начата обробка, санітарна обробка під'їздів. Вона заключається в розпиленні обеззараживаючих средств, которые дезинфицируют полностью помещение. Прежде всего мы занимаемся дезинфекцией первых этажей и пролетов, а также лифтов. Сегодня начаты работы по дезинфекции жилмассива «Красный камень», «Покровский», «Тополь». Планируем регулярно проводить эту обработку. В обработке принимают участие сотрудники коммунальных предприятий. Также, вопреки всем слухам, хочу сказать, что никто ни в какие квартиры не заходит. И в планах обработки квартир на сегодняшний день у нас нет. По состоянию на сегодняшний день у нас работает 70 человек. Они используют как бензиновые, так и вакуумные распылители. Это специальный хлор, содержащий дезинфицирующий раствор с определенными добавками, которые по состоянию на сегодняшний день убивают все известные существующие вирусы и бактерии. Оборудование заранее нами было приобретено. Мы приобрели первую партию, завтра ожидаем еще поставку в районе 160 единиц. То есть этими же приборами будут обрабатываться и общественный транспорт, и места массового скопления людей. К концу недели, я думаю, мы начнем обработку центральной части города, то есть непосредственно тротуаров и мест большого скопления людей. Отдельно хочу сообщить, в частности, обратиться к пенсионерам, людям, которые находятся дома. Летом не планируется никакая обработка квартир. То есть если кто-то вам звонит квартира, говорит о том, что у нас планируется санитарная обработка, вы четко должны знать, что это мошенники, и городской совет к этому не имеет никакого отношения, то есть смело можно звонить в полицию. Эх, одевать, да? Да, ну вот. Да, наверх. Так, кто следующий пойдет? Ты пойдешь. Он закурил.